Режим проходных дней введут на Колыме с 30 июля. Лов красной рыбы нельзя будет вести по понедельникам и вторникам. Это коснется участков Тауйской губы, а также морской акватории от Сеглана до мыса Красной. Такое решение принято после осмотра нерестилищ специалистами Магадан-Неро. Рыбы там почти нет. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не подойдет основной объем горбуши. Она запаздывает более чем на 2 недели. На сегодня колымские рыбаки поймали лишь 1/5 часть от плана в 9 с лишним тысяч тонн. После дождей эксперты не исключают улучшения ситуации. Возможно, один из проходных дней отменят.